Что значит быть женщиной-правозащитницей в Казахстане? Это значит быть мужественной, решительной, ломающей стереотипы и бросающей вызов авторитарному режиму, отстаивающей свою веру и вдохновляющей других. А еще это значит быть доброй, красивой и человечной. Это значит быть Бахыджан Таригожиной. Дорогая и уважаемая Бахыджан, для меня честь сегодня присоединиться ко всем поздравлениям в ваш адрес и посвятить свое выступление вам. Вы пример героизма и бесстрашия. Вы совершаете волшебство в условиях, где человеческая жизнь не имеет практически никакой ценности. При всем желании наших властей обесценить вашу работу, огромное количество людей в Казахстане вас за нее благодарит. Теперь вы признаны не только на родине, но и в стране, где закон превыше всего. В стране, которая назвала вас одной из самых отважных женщин мира –